всем привет! Мы снова с вами, и мы сегодня, как опять ни странно, будем готовить для вас. Да? Да. Дядя Женя, а можно я сегодня приготовлю, а? Что ты собрался сегодня готовить? А вот смотри, у меня есть капуста, есть репа и немного рыбы. Что за рыба? А, рыба треска. Да. Можешь, идея? Можно я приготовлю сегодня? Давай. Давай поменяемся местами. Да. Слушай, смотри, идея такая. То есть мне сейчас, получается, если поменялись местами, надо стоять на твоем месте и говорить всякие глупые шутки, правильно? Ну попробуй, если у тебя получится. Смотри, для начала мы возьмем капусту и ее запечем. Для этого дай мне, пожалуйста, пергамент. Давай. Вот. Капусту мы оставляем в таком же виде, как она есть. Мы ее просто помыли. И сейчас отправим ее в духовку. Почему в таком же виде? Ну, то есть мы оставляем с листьями, все эротично, очень, да. Что? Давай немного, может, натрем его, только растительным маслом, чуть-чуть. Давай натрем, чтобы да. Чтобы она лучше вас температура ложила. Прямо вот на руку себе чуть налей. Угу. И замажься. Так, немножечко втираем в нее растительное масло. Да, да. Чуть-чуть совсем. Вот так вот. И отправляем ее в духовку для запекания. При температуре 200 градусов, ну, минут так, на 15-20, ну, будем смотреть, опять же, по мере готовности. Методом тыка. Методом тыка, да. То есть протыкаем и чувствуем, смотри, можно для начала, лайфхак, да? Ага. Если мы готовим методом тыка, так. Это такая технология, да? Ага. Мы сначала протыкаем ее, ага. Чувствуем, как, это, как она входит. Ага. Чтобы потом понимать, потому что молодая, это молодая капуста, она чуть мягче, чем, естественно. Все, я тебя понял. Слушай, а с репой что-нибудь будем делать? Подскажешь мне? Давай, 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 конечно, сделаем. Можешь ее как яблоко съесть. А, с сырым. Да. Не, репа хороший продукт на самом деле. Смотри, ну, допустим, давай прям сырого, да? Да. Прям с тобой. По репе, скажем так. По репе вмажу. Да. Что тебе напоминает? Репу. Не, ну кроме. Да. Более привычный вкус, который. Да-да-да. Что-то схожее с кочерыжкой. С кочерыжкой, да. И у него, видишь, есть чрезмерная горечь. Есть немножечко. Поэтому да, его лучше использовать более сладким продуктом. Mm-hmm. То есть какой-то, может быть, азиатский салат с нее сделать. Ага. То есть мы пока в сторонку отложим. Да, мы пока в сторонку отложим. Да. Это просто так для разъяснения. Mm-hmm. То есть что-то тайское. Mm-hmm. Там, где используется большой уровень сахара, соли и кислоты. То есть этот баланс. Mm-hmm. Когда соль. Кислотность загасит горечь. Ладно, короче, мы отправляем в духовку при температуре 200 градусов на несколько минут. Несколько минут, на 15-20 минут. На 15-20 минут и будем проверять методом тыка при помощи нашего волшебного щупа. Хоп. Так, что мы делаем дальше? Это у тебя надо спрашивать, Андрей. Ты же, блядь, лайфхаки тут раздаешь направо-налево. Такой смешной. Давай дальше. Дальше давай. Смотри, подготовим соус, пока он запекается, капуста. Ага. Нам для соуса нужна будет с собой плита. Мы с тобой сейчас будем готовить соус. Как который ты запланировал, правильно же? Да, да. Да. Для этого тебе потребуется лук. Да. Да, да. И чеснок. Чеснок. Да. Для начала нарезай лук. Да. Ты царски живешь, так отрезаешь тут все просто. Так, то есть мы сейчас чистим немножко лука. Тебе нарезаем мелким кубиком его. Да я знаю, что ты меня учишь. Как будешь нарезать мелким кубиком? Мелким кубиком. Смотри, а ты умеешь нарезать это вообще? Это потом мелкий, да, кубик? Достаточный. Я понял. Ну, если тебе кажется, это не мелкий, я сделаю помельче еще потом. Блять. Мне кажется, это не кубик, Андрюх. Давай, давай, режь. Так, достаточно, я достаточно, считаю. Достаточно, да, конечно, ты считаешь достаточно. Дим, покажи кубик, как правильно. Покажи людям, как правильно кубик резать. Вон, вот так вот. Да. Учитесь. Вот такая вот геометрия. Стоп, стоп. Оп. Смотри. Так. Если такая у тебя ситуация произошла, так. Да, с своим дагестанским ножом, ну, кубик. Ну, лучше еще вот так вот переруби, чтобы получился мелкий. Чуть-чуть, смотри, так вот видишь, как бы компонуешь, придерживаешь пальцами. То есть, на самом деле, большинство людей, кто готовит на домашней кухне, не умеет, ну, нарезать кубиком, да, и это вполне нормально. Конечно. Ну, да. Поэтому чаще всего можно нарезать, как у тебя получилось, а дальше уже измельчить ножом, ну, такими, да, способами. То есть раз, все измельчаешь, разрубаешь это. Вот, так что пока Евгений дорабатывает кубик Рубика, мы включаем нашу плиту и начинаем пассеровать лук. То есть мы добавили сюда сливочное масло. Растопили. Растопили, и теперь да. На среднем огне пассеруем его. Да. До, до золотистого цвета. Да. Давай, пока тебе помогу. Ну давай. Сможешь эту чесночину почистить? Один зубчик.
порезать можете сразу ее? Ну, попробую, если... Вот, видишь, научился наконец-то. И отлично. Я такой, тоже видишь, как тебе удобно? Раздавил чеснок, да, плоским его сделал. Так вот, в одну сторону, раз. Теперь чуть повернул. И в другую. И в другую, да. Ну, я как раз хотел тебе показать. Но я опередил, да? А я просто в интернете видел, ты так уже раньше делал. Да. Так, теперь мы лук чуть пассеровали, теперь мы добавляем туда чеснок. Да, и также все перемешиваем. И также обжариваем. И также обжариваем, да. Хоть за мной повторять. Я все знаю, да? Да. Так, все, у нас лук мы пассеровали с чесночком. Шеф, ты учиться-то будешь или нет? Да. Надо добавить, можешь да, добавить немного шампанского. По-гусарски. По-гусарски, как всегда. Опа! С Новым годом! Ой, говори! И теперь надо главное убраться за собой, ни в коем случае, чтобы никто не наступил. Все. Так, и добавляем немножечко шампанского. Все верно. Белое, сухое, да? Брют. Об одном говорим. Об одном и том же. Еще, еще, еще. Хорош. Оп, достаточно. Как раз таки шампанское, да, ну или белое сухое вино даст нам кислинку, которая нужна рыбе. Да-да, говори, я-то знаю. А, выпьешь горло. Да, то есть шампанское даст нам кислинку только. Я включу, чтобы звука не было. Выключай плиту. Да. И сейчас быстро наливай сливки. Вот, мы выпарили полностью алкоголь наш. Вот, и добавляем сюда сливки. Видишь, как сусло обжарило, как я учил. Да, прям. Да, ой, да. Ты меня учил. Да. Мешай, мешай. Хорош. Все, и продолжаем дальше его лапать. Да, сейчас будем добавлять два этапа, чтобы эти сливки прогрелись. Давай, я перемешаю. Я могу перемешать сам. Понял. Чтобы эти сливки прогрелись, потом мы еще чуть-чуть добавим сливок. Угу. Все. Все, погнали. Процесс нельзя прерывать, ребята, чтобы сливки не свернулись. Так, все, сливки у нас закипели. Нет. Так, посмотрите. Соусная консистенция. Консистенция отличная вообще. Ну-ка, сейчас попробуем чуток. Попробуем. Так, можно добавить теперь немножко соли по вкусу. Добавляем немножечко соли. Почему вкусу? По-твоему? Так, немножечко туда перчика. Чуть-чуть. Перца. Перца, да, потому что перец... Перчик, это у тебя, знаешь, там... Перец. И взрослая передача. И добавляем тимьяна. Тимьян как раз добавляем в конце, чтобы он сейчас... и 100 градусов. Угу. И он сейчас будет медленно соус чуть остывать. И тимьян как бы будет отдавать все свои ароматы. Угу. Вовнутрь. То есть он будет такой свежий-свежий. То есть мы здесь все обжарили, оно такое получается забитое, да, жареное. Там лёны, потому что сливки сами жирные. Так, а тимьян пробовать. Как раз-таки это будет та самая праздничная нота. Наверное, соли, наверное, еще, я думаю. Правильно думаешь? Видишь, кислинка такая приятная сейчас. Да. Это как раз вина. То есть мы здесь можем не использовать лимон. Но вино дает хорошую кислинку. Ну что, приступим к рыбе? Давай приступим к рыбе. Смотри, берем два кусочка. Перемещаем их на наш пергамент. Два кусочка чего? Трески. Треска, все. Да, это филе трески. Вон, видишь, какое? Это спинка трески. Это спинка, да, спинка трески. Немножко присаливаем. Я тебе буду поправлять, если что. Так, немножко присаливаем. Да. Ну вот, смотри, можно сразу, смотри. Аккуратно. Ну, чуть-чуть, да, вот так вот, аккуратно. У тебя же еще зрение-то есть вроде? Да, самое главное, не пересолить, да. Сильно солить не будем, у нас соус насыщенный. Да. Так, берем немножечко маслица, также забрызгиваем его. Кубаночки. Номер карты, ссылка в описании. Ссылка на номер карты, на оплату, да. Так, немножечко смочили. Да. Теперь хорошо обтираем. Обтираем обязательно. Обязательно обтираем. Для вкуса добавим еще немножечко пару веточек тимьяна. Все верно. Как ты учил. Если не знаешь, добавляй тимьян, да? Если ничего не... Смотри, здесь мы с тобой сделаем такую. Не полностью, как в пергаменте. Чуть-чуть позакроем. Потому что 30 раз будет много соков, она приготовится в таком собственном соку. Будем готовить на 200 градусов филе. Это примерно нам потребуется, при учете того, что у нас в печке есть конвекция, то есть температура распределяется более равномерно в самой, да. В самой печке, да. Мы приготовим ее... Примерно за минут 8-10, учитывая того, что она, в принципе, относительно холодная. Но, как бы, отчасти она согрелась немножко на столе. Я думаю, сейчас внутри примерно градусов 14-15, а нам всего лишь навсего рыбу нужно приготовить до 50. Но с треской будет все понятно. Я тебе потом покажу момент, как понять, что треска готова. Так, ну что, Жень, смотри, капуста наша уже подошла, я думаю. Давай проверим ее с тобой. Надо между тыкой ее опять тыкнуть. Да, мы ее уже тыкали.
Она у нас затыканная вся. Ну, была тыканная. Закрываешь, да? Да. Наша тыкалка. Видишь, какая она подрумянилась? Да. Вот. Попробуешь, смотри, что она как будет входить. Оп, и стала. Это да, кочерыжка. Да, да, а да. Мы ее сыром будем стрелять. Кочерыжка не нужна будет. Но! Видишь, что это все обгорело? Да. Но... Это нам на руку. Смотри, сейчас будут распределяться соки. Я тебе объясню сейчас все. Смотри. Давай. Видишь? Сок вот что, да? Да. И он сейчас будет продолжать тек. Сейчас будет такой условный обмен соков. Поэтому мы нашу капусту переложим на фольгу. И завернем полностью, чтобы она не теряла тепло. Во-первых, чтобы она не теряла тепло, она готовится и произойдет... Смотри, когда она готовилась, все соки ушли в центр. Сейчас они будут выходить, и они будут напитываться через эту, как бы, то есть... пригоревшую условно. Они листы снимаются. По сути, это как будто мы ее не запекали в фольге, а запекали капусту в капусте. Понятно. Понял смысл? Да-да-да, интересно. Таким образом, можно и в дровяную печь прям бросить ее. Она прям обгорает черная. Ты достаешь ее, очищаешь, там несколько слоев. Слушай, эту идею надо сейчас сделать. Да, ты вот просто возьми обычную белокочанную капусту и положи ее в русскую печку или в духовку, да, ну, в дровяную. Я понял, куда. Положил. Также методом тыка проверяешь, как она готова. Достаешь, фольгу завернул, и получается все соки сейчас выйдут наружу, вот как даже здесь, да, они выйдут наружу, протекут по вот этой обгорелой части. Напитает и ее. Напитаются, да, и капуста будет такое ощущение, как будто немножко огнем приготовленная. Ой, бомба. А если это в огне, то это... Давай рыбу теперь ставим? Давай. Смотрите. Давай напомним, да, что мы с ней. Мы ее посолили, замариновали в растительном масле, добавили немного тимьяна и завернули вот такой как бы в полузакрытый, да, пергамент. Да, да, то чтобы есть, у нас чтобы... тепло равномерно. Да, и влага лишняя уходила. Также ее на температуру сколько? 200 градусов ставим, да? 200 градусов, да. Так, Андрю, зеленый лук. Мы с тобой нарежем? Угу. Пока. Да. А мы с тобой нарежем? Нарежем мы с тобой его аккуратненько, так вот красиво, да? Мелкими такими. Для сервировки. Да, мы прямо им посыпем. Капуста, сливки, рыба, лук. Мне кажется, это идеальное сочетание. Мне кажется, твое блюдо вообще просто best of the best of the best. Зайдет. Зайдет и выйдет, да. Все как обычно в еде. Самая большая хитрость, как он плавно готовит блюдо твоими руками. Маэстро. Достаточно. Будет... Да, шеф. Запах прям как кофейный, что ли. Да-да-да. Теперь смотри, он обгорел, да, у нас? Обчищаем капусту, да? То есть это была ее фольга теперь во время приготовления. Понятно. Мы удаляем до того слоя, который мы видим уже съедобным, да, скажем так. Полноценно съедобный, где уже не так пригоревшая. Ну, я думаю, что вот эта пригоревшая, она тоже вкусная. Да, но нормальная, безусловно. Вот смотри, я считаю, что вот так прям отлично. Да, неплохо. Но в центр она будет сочнее. И теперь... Режем пополам. Да. О, вот видишь? Хорошо. Ой. Все испеклось. Ну-ка, ну-ка. Балдеж. Давай, шеф, свою тарелку. Готовлю дольку. Самой капусты. Пробуем центр с тобой, чтобы убиться. Такая хрустящая. Сочная, достаточно. Сервируем. Сервируем, да. Так вот положим. Оставим наше место для трясти, которое сейчас будет готово. Да, через несколько минут. А ты не трогай пока это. Да, шеф. Посмотрим сверху. Да, шеф. Не, я вообще люблю эту капусту. У нас, кстати, в Эстонии основной наполнитель эту капусту идет. Наполнитель чего? Тебя? Чего? Даже вот... Борщ там. Да все, щи. Пирожки. Борщи. Мороженое. Мороженое из капусты. Мы же по утрам, наверное, там даже за место апельсинового капустный фреш. Вот так вот, смотри, просто магия вся еще, особенно. Пока мы ждем. Да. Солью присыпать. Это не тебе дело. Да это я ж понял. Ну все, рыба готова, можешь доставать. Спасибо, шеф. Без себя я бы не разобрался уже. Так, смотри, по поводу того, что ты говорил, как треску понять. Трескается, видишь, филе? Ага, а когда она отслаивается между своими волокнами, да, вот она, значит, она у нас полностью готова. То есть треска, слово трескаться? Слушай, кстати, может быть. Так, смотри, мы возьмем с тобой одно филе. Так. И мы для него, видишь, подготовили отдельное место. Ее кладем рядом. Так, аппетитно. Какой запах. Смотри, теперь, что касаемо соуса. Видишь, у нас мы немножко поможем капусте расслоиться, да? Угу. Для того, чтобы мы прям туда залили соус. Да, да, чтобы он пропитал прям тоже ее. Ой, друзья, как вкусно это все выглядит. Какой запах идет. Как раз у нас сейчас солененький соус. Довольно-таки печеная сладкая капуста. Это сейчас все вовнутрь. Обильно, да? Соусом.
Смотри, теперь мы посыпаем наш лук. И получаем новогоднее прекрасное. Опять новогоднее. Слушай, мне кажется, это, наверное, не новогоднее, а семейное. Кто что может приготовить вместе, на семью. То есть один качан капусты на 6 человек. Также можно взять 6 спинок. И все готово. Да, видишь, как ты, что ты придумал? Да. Какую красоту. И, кстати, это может быть и отдельное блюдо вот, без рыбы. Согласен. То есть сливочная такая капуста, да? А если это еще сделать из топленых сливок, я уже представляю, то можно потерять сознание просто. Угу. Попробовать, Андрюх. Да, давай все попробуем. Потому что это все-таки... Давай попробуй, скажешь, как блюдо получилось. О, соус как заиграл. А? Как? В балансе с капустой там. Как, а? Слушай, очень хорошо получилось. А вот знаешь, что можно? Как раз о том, что мы говорили. Икру, да? Вот в этот соус можно еще икру добавить. Щучью? Можно щучью, а я бы лососевую добавил. Все-таки капуста и лососевая икра. Да. Зашла бы. Угу. Я же говорил, надо было... Китай там... или форель, наверное, так скажем. Лосось это общая. Слушай, это очень вкусно. Бомба, согласен? Конечно, Андрюх, это что ты готовил? Кому спасибо. Тут уже непонятно, да? А на самом деле, друзья, я готовил это блюдо под чутким руководством Евгения. Конечно, спасибо тебе большое, Жень. За такой прекрасный рецепт. Спасибо. Очень вкусный, полезный. Друзья, а мы, в свою очередь, вас хотим поздравить с Новым годом, пожелать вам здоровья, быть красивыми, счастливыми. Быть такими же красивыми. Да. И я вам желаю от себя, самое главное, это вкусной еды. И хорошего аппетита. Друзья, а вы, в свою очередь, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, ставьте здесь лайки. Здесь говорят правду. Здесь говорят правду. Друзья, всем пока-пока. Друзья, да, пишите нам комментарии, мы всегда их читаем, я, по возможности, стараюсь отвечать. Правда, нам это очень важно, когда вы проделываете данные действия. Вкусной еды. Forever. Слушай, классный этот соус получился вообще. Это прям вкусно, да. Андрюх, умеешь ты все-таки готовить? Ну, а кто сомневался-то? Ну, нормально, слушай, что в супермаркете, считай, собрали, вполне достойно. Андрюх, не чавкай. Да, и это... На маникюр пойдем с тобой. Да, на маникюр хоть сварить. Бесплатно? Ну... Я тоже пойду. Бесплатно. Масло. А ты по-любому пару раз, да, так делал себе маникюр? Когда молотком промахиваешься, а хуй синий. Это в тренде, но плачешь. Медвеков, сахарков. Чего-чего? Как ощущение. Чего? Да. Бывает, иногда горячо. Да не, не. Пока кайфово. Так, посмотрел, как будто я пересолил. Ну, у меня есть такие подозрения. Нет. И сколько у тебя из рук посыпалось, когда тряхивал? У тебя столько соли не было в руках. Что туда посыпалось, Андрю? Не кажется, да? Нет. Нормально? Это ты уже просто это... Придирчив? Сейчас надо просто получше перемешать. Блин. Да. Да. Давай еще чуть-чуть проварим его. Да, немножко проварим. Подварим. Прекрасно. Самое главное, это уметь признавать свои ошибки, Андрей. Я говорю, что пересолил. А ты видел свое лицо? Ты даже не признался, пока... Ну, нормально, там просто одна соль на вкус была. Ладно, давайте дальше. Все. Ничего страшного. Смотри, на самом деле все хорошо. Избыточная соль, которая есть в соусе, она компенсирует. Мы не будем присаливать капусту, которую мы разрежем. Угу. Как ты мне рассказывал, помнишь? Что мы добавим больше чуть соли в соус для того, чтобы потом не солить капусту, правильно? Да. Все, видишь? Она компенсирует. Плюс еще в самой капусте и в треске довольно-таки достаточно сладости во вкусе. Да. Ну, если что, мы даже можем запить со шампанским, если будет слишком... Да пересолил ты!
Слушай, так кайфово, ты на человека стал похож. Такие ощущения новые. Блин, блестят красиво. Держи. Елочка отражается, держи.